Je hebt natuurlijk wel meer plekken in de wereld waar olie zit en gas. Maar ik denk dat er weinig plekken op de wereld zijn waar het zomaar uit de grond komt. Dit is gewoon natuurlijk gas. Azerbeidzjan betekent ook land van vuur. Mensen komen hier al duizenden jaren omdat hier ook vuur brandt. Vroeger werd dat vuur aanbeden. En tegenwoordig wordt natuurlijk als olie uit de grond gehaald. Niet alleen gas, maar ook olie komt hier spontaan uit de grond. Marco Polo merkte op dat de olie niet goed was om op te eten, maar wel om te verbranden. En dat gebeurt over de hele wereld. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is Azerbeidzjan weer een grote olieproducent. Geen wonder dat dit het rijkste land is van de Caucasus. Здравствуйте. Нам нужен хост. Много, да, у вас? Так, вот этот можно? Вот этот? Да, хочу. Пожалуйста. Просто он будет рисовать нефтью. Не можно будет. Нормально, да? Да. Окей, давайте одну такой. Такой. Так. Ga zo langs bij een kunstenaar die schildert met ruwe olie. Maar hij vroeg of ik een canvas voor hem mee ging nemen, dus. Спасибо. Er komt enorm veel geld binnen hier in de stad en iedereen wil natuurlijk allemaal nieuwe spullen hebben. Dus een en al lampenwinkels, meubelwinkels, de hele stad wordt gebouwd. Sinds de jaren 90 zijn de Aliyevs aan de macht in Azerbeidzjan. Eerst Heydar Aliyev, nu zoon Ilham. Op elke straathoek zie je wel een portret van vader Heydar. Een democratie kun je het niet noemen. Maar door de enorme olieinkomsten lijken de meeste Azeri's daar niet wakker van te liggen. Airconditioning. Oh. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Яле. Славир. Очень приятно. И еще, на всякий случай. А, да, да. Пусть будет запас. Ага. Очень хорошо. А. То, что масса. Ну, маленькое. Место, видишь, очень маленькое. А мы что делаем? Замечательно. В нашем, мы здесь работаем. Замечательно. Баку, да? Это старый Баку. Старый город, место рождения, видишь? Это Бибихейбет. Бибихейбет. Где все началось, да? Это, видишь, Баку, там вот девчонка. Сабир, вы можете представить, что есть люди, которые не нравятся нефть? Вы можете представить, что они думают, это грязь, это... Да, есть. Я знаю, что много людей вижу. А, правда так говорят? Да. Он боится, да. Это что такое? Ну, нефть, это, знаешь, без нефти жить нельзя. А. Мир живет нефтом, да. Вот автомобили, это, нефть. Автомобили, нефть. В мире идет война. Война убивают тоже. Убивают люди, все это, весь мир. Без нефти нет нефта, войны. Вообще нету. Бог, Аллах, слава Богу, что нам дал нефть людям, что люди жили. Это Баку, Актау Баку, 30 Джейхан. Это программа Гейдарна, президента нашего. А какой он был президент? Какой он был? Очень хороший президент. Хороший, да? Конечно, он все создал это. Он проект после разрушения Союза, все он организовал, контракты сделал международные, все нефтяные компании. Потом открылось. Слава Богу, что он все поднял, нефтяное это самое, да? Да. Еще у меня хороший проект есть. Вот это один Гейдар Алиева есть. Портрет буду рисовать дальнейшем. Ну, вот там маленький эскиз есть. Ага. Вот это вот эскиз. Вот это не видно?
Это с хорошими генералами в этом партии. Да. Ну, это эскиз. Это план, да? Это план, проект, мой проект. Я хочу большой сделать с нефтами, с смешанными. Вот, да. Как вы это придумали? Ну, это придумала идея, ну, композиция. Ну, это действительно, он лидер этого Кавказа. Mm-hmm. Вот он все, например, помогал. Все это нефтекомпания была международным масштабом. Burada yani bir Hazar Denizi'di, Kaspiski Mori. А здесь его контракт, видите, эллеры, рука видна, видишь, его большой контракт. Во, смотри, он как архитектор, да, он. А вы часто портреты делаете? Где? Портреты. Вы часто делаете? Часто делаю портреты. Ну, когда заказ есть. Ну, я сделаю очень творческий портрет, да, хороший. Mm. Ну, творческий, интересный. Не так, как есть, как фото я не делаю. Mm. Я сделаю очень интересно, ну, творческий, очень характер главный. А здесь нефть, фонтан, это, фонтан дает. А, фонтан нефть? Фонтан нет, много идет. Один вышка фонтан дает, а другой вышка. Чем больше нефть, тем лучше, да? То лучше, конечно. Когда нефть, деньги есть, богатство есть, все. Нефть, я вообще-то лезет алырам, чекенде, меня у хевес тады верит. А çünkü нефть, benim için böyle bir şey, böyle bir çörektir da. Öyle bir şey ben onu gıdalanırım. Aha. Ama ben bundan çekmesem az olur. İşte ben yaşayan bilmiyorum da. Ona göre benim çok bu yani çok benim önemlidir ve bana bu doğrudan çok böyle lezzet. Bu zapak tozu. İyisi de yaxşıdır. Ben hiç görürsün barbaqları içəl dişlərəm, barbaqlarını çoramır elə. Bəzi adamlar qorxurlar. Birçok problem. Upal vakit. Ben hiç boş durakat. İzdaleko şu хорошо смотрится. İzdaleko. İzdaleko şu хорошо да лучше да. Вот. İzdaleko. Да İzdaleko. Да İzdaleko. Чисто. Очень хорошо. Получше. Давай я поставлю. Дай сюда. Не, дай я держу здесь. Здесь. Ага. А там. Ну очень хорошо. Отсюда, да? Да, давай смотри. Да, отсюда. Еще хорошо. Отсюда perfect. Sinds kort loopt er een oliepijpleiding van Azerbeidzjan naar Turkije. Voor het eerst is Europa niet meer afhankelijk van Russische gas- en olievoorraden. Zolang Europa afhankelijk is van Russisch gas, kunnen wij ons niet kritisch opstellen. Al ruilen we de ene halve dictatuur in voor de andere, die Azerbeidzjan natuurlijk is. We rijden nu over een van de oudste olievelden ter wereld, in Baku, hoofdstad van Azerbeidzjan. Het bracht een enorme hoeveelheid welvaart, het was een enorme olieboom. En nu zijn we 100 jaar verder en nu is Azerbeidzjan toe aan zijn tweede olieboom. Вы можете представить жить без этого папки? Нет, это мое приданое. Это мой портативный архив. Здесь находится свыше 670 фотографий, на сбор которых у меня ушло более 20 лет. В архивах, в частных коллекциях. Вы можете увидеть любую точку Баку в исторической ретроспективе. Вот, пожалуйста. Видите, город, возникший на нефти. Да. Видите? Как историю всей нефтяной индустрии Баку можно проследить вот по этой вот бухте. Что они там сейчас делают? Они укладывают трубы. Ага. Это глубина скважины здесь, ага, может быть, до нескольких километров. То есть в Баку уже в 40-е годы бурили скважины глубиной чуть ли не 8, а то и 10 километров. Ага. То есть это все, бурение ведется на более глубоком уровне. Салам алейкум. Yorulmuyorsunuz. Bunun kuyunun derinliği ne kadar olur?
33? 900. 900. So, 3 километра. Бибиеватская площадь была одной из основных нефтеносных площадей в период Второй мировой войны. И не случайно Гитлер мечтал о том, чтобы добраться до Баку. Mm. И, как рассказывают, во время его дня рождения в 1942 году, в 1942 году, в апреле, когда немецкие войска наступали на Кавказ, Гитлеру был преподнесен очень интересный подарок. Это был огромный торт, в центре которого было исполнено Каспийское море шоколадом с надписью «Каспишес Мейер». И самый лакомый кусочек торта был обозначен как Баку, и Гитлер вытащил этот кусок и съел его под аплодисменты своих генералов. Да, но это было все, что ему досталось от Баку, ибо германская армия была остановлена у Моздока и Владикавказа. Сюда, да? Она не подошла сюда, к счастью, потому что в противном случае Сталин не остановился бы ни перед чем. Он бы наверняка уничтожил бы все эти промыслы. Но проблема бакинцев состояла в том, что в 1941 году Баку добыл самое высокое количество нефти за все 20-е столетие. 23,5 миллиона тонн. Этого количества в 20 веке Баку больше не добывал. Поэтому, когда сейчас говорят о втором нефтяном буме, это не совсем правильно. Mm. С точки зрения производства, второй нефтяной бум был в период Второй мировой войны. Mm. Первый нефтяной бум начался в 1872 году, когда была отменена откупная система землепользования. Длился до 1920 года, до советской власти. Затем второй нефтяной бум был при советской власти. Но от этого нефтяного бума мы не получили ни копейки доходов. Да, благодаря этому нефтяному буму удалось переломить хребет вермахтовской армии. Но Баку в результате всего этого получил 370 гектаров абсолютно загрязненной земли только на Бибиебате. Это лишь десятая часть земель, полностью выведенных из строя в результате хищнической эксплуатации нефти. Поэтому, если первый нефтяной бум принес колоссальные богатства городу, создал целую, так сказать, архитектурную среду, то второй нефтяной бум завершился лишь экологическим бедствием. Нефть актарыды, бирер. Burada nef yoktu. Yoktu. Size ne için lazımdı? Bize nefit lazımydı. Aktarı kasakalarda yoktu. Onlar hamısı kurudu, baktı. Piriye'de baktı, başkada da. Yani sultu, yani yaramadı şey. Ama sırf bir yakışı temiz neft olsun da bile. Ben size neft veririm. Veririm, çok sağ ol. Ama nefti bilirsin de istifade edilmek için. Özünüz bilir, sağ olun, götürün. Kurusun olsun biraz. O suyu geçsin, suyu geçsin. De. Ha, bu doldu doldur akra gibi gelmiş mi de bak. Bu biraz kuru değil mi kardeşim? Belli belli. Temiz nefti. Kurusu yakıştı biraz koyun. Buyurun, bu sizin temiz neft. Size uğurlar iş yüzde. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun, size uğurlar. Yani geliri sizden istifade edilir, lazım olsa. Ben isterim hemşe Allah'tan ki neftiniz dolu olsun. Tükenmesini. Sağ olun, size de olur. Çok sağ olun. Sağ olun. Oldu adam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Milieuactivist op die alles weet van de olievervuiling in de buurt van Baku. Het probleem is alleen dat we niet buiten kunnen filmen, dan krijgen we gelijk problemen. Dus we gaan het vanuit het busje proberen. Wat gaat dit? Salam ze. Jelle. Ничего. Вот этот нефть, который загрязненный участок, да, всего этого, это еще нефть, который с советских времен, и вот эти качалки еще до советских времен, все бросали в озера. Вот все это нефть.
Сейчас все это, которые остатки подарки Советского Союза нам. В результате вот такой большой участок земли, все это остается под мазутом. Этот грунтовая вода снизу, сверху пленка мазута. В этой пленке мазута во время миграции птиц, зимние птицы, сюда прилетают утки, лусухи, разные виды птиц, мигрируют через Каспий. Они, когда сядят на это мазутное озеро, после этого птицы гибнут. А это все нефть из советского времени? А есть еще проблемы? Это нет еще со времен Николая. До советского времени. Но советское время загрязнило полностью обширу. Вот сейчас вот это правительство очень сильно хочет закрыть, помочь, как-то делать, вот как бебятки. И здесь, сюда идет, каждый день идут работы, но все равно нефть остановить невозможно. Она протекает. А сейчас они сделали новые нефтепромышленность в Каспийском море? Да. А BP, я думаю, другие компании, есть проблемы? С азербайджанской стороны нету никаких проблем. Вот со стороны BP есть. Какие? Вот, например, факель в 2006 году и до сих пор этот факель горит. На BP стоит факел, она горит ночью и днем. Вот насчет птиц я хочу вам все равно сказать в этом деле, потому что миграционные птицы, они летят на тепло. Из севера на юг, где теплые места. Ночью, когда горит этот факел, вокруг этого факела они начинают крутиться. Те птицы, которые могут плавать, гуси, утки, они падают в море, плавают. Те птицы, как сокола, ястреба, перепутались. Они падают и умирают там. Значит, Али, BP все делает с этой страной, а вы ничего не можете делать. Вот последний раз я об этом и выступал в Женевской конференции. Вот и выступал, и в печати выступал. Каждый раз я печатаю в газетах, в газете «Зеркало» именно в отношении природы, здесь что творится. К сожалению, это стоит на бумаге. BP намного и очень сильная организация. А нас, таких как я, 5, 10, 20 человек, и все, 100. Но они делают вид, что они стараются? Нет. Этот вид делают те, которые стараются, которые хотят выиграть гранты, чего-то, там, проекты. А те, которые вот так, как я, вот они идут и говорят, и пишут, и их никто не слушает, и все, BP не слушает. У них есть свои экологи, ученые. И хочется жить честным человеком, умирать честным человеком. Нам не надо ни богатств, ни золота, ничего. Все. Али, у вас есть иногда проблемы из-за вашего работы? О, без проблем неинтересно, конечно. Бывали, приходили, вызывали, наказывали, говорили. Ну, это вот что-то, ну, я продолжаю так, в таком же духе, пусть и будет дальше проблемы. Ну, как вы думаете, через лет 20, сейчас будет просто чисто? Через лет 20 этого всего не будет. Самый ужасный, самый главный. Что надо делать? Не бороться с нефтью. Надо бороться вот с этими архитектурами, то есть эти железными моментами, которые везде видите, ненужные вышки. Вы видите, как металл. Вот этот ландшафт металла надо уничтожить. И создать ландшафт Абширона, который был 100 лет там у нас, 200 лет. Здесь спасли стада баранов, здесь были чабаны, здесь игрались дети. А вы ли знаете, кто здесь жил? Кто построил этот дом? Муртаза Мухтаров, нефтяной магнат. А он был самый большой нефтяной магнат? Не сказал бы. Нет? Нет. Самый большой. Но богатый, наверное, богатый, да? Был
Ага Муса Дагиев, Нагиев. Зейналабдин Тагиев был. Потом братья Нобели были. Как вы думаете, это здание вам нравится? Очень. Да? Она красавица. А. Это Мурза Мухтаров для жены сюрприз сделал. Да? Скажите. В Италии с женой когда гуляли, она увидела, понравился ей этот дом. Он тихаря от жены привез там план, там инженера, всего. Приехали здесь, за год построили, жена не знала это. Он повязал глаз жены платком на фаэтон и привез ее сюда, вот здесь открыл глаз. Она говорит, ой, той же самой красавица там, которая была. Он сказал, это твоя. Это вот сюрприз для него сделал. Очень такие мужчины были здесь. Золотыми деньгами сюрпризы делали. Там много. Вот если вы пешком пройдетесь, большой садик, и после садика, это самый Макдональдс, там такие дома красивые. Да. Во! Красиво здесь. Да. А когда они будут готовы? В следующем году. В следующем году? Да. В следующем году люди будут жить здесь. Это жилье и магазины или как? Жилье, да, магазины, там офис, магазин, жилье. Ага. А что это за здание? Вот этот белый. А, это ресторан. Ресторан? Ресторан «Скат». «Скат» есть рыба такой плавает. Рыбной ресторан, наверное. Уже работает? Нет, да? Не заканчиваем сейчас. Да. Баку verandert snel in een nieuw soort Dubai. En daar hoort natuurlijk ook een kunstmatig eiland bij. Dat werd ontworpen door Ibrahim Ibrahimov, een van de rijkste mannen van Azerbeidzjan. Het ontwerp voor de eilanden schetste hij op een servetje in het vliegtuig. Nu wordt het precies gebouwd als op het servetje. Inclusief een toren van meer dan een kilometer hoog. Azerbeidzjan is rijk en nu willen ze dat ook aan de wereld laten zien. А когда все будет готово? В 2018 году первые 6 островов будут готовы. Люди, 100 тысяч человек будет жить. Потом в 2025 году будет 500. В 2030 году будет финиш. 1 миллион человек. А кто будет здесь жить? Все, кто хотят. Иностранцы, азербайджанцы. Я думаю, что 50 на 50. А эту башню вы сами тоже придумали, да? В 2022 году будет готово. Да, да, я сам хотел, но архитектор делает. Это моя фантазия. Что-то 1 километр, 50 метров. Получается, самые самое высокие... высокое здание в мире, Азербайджан Тауэрс. Это выше Бурдж-Халифа 222 метра. Я считаю, что это, не знаю, пока... Разговор идет с голландцами и там американцами, что хотят, чтобы они построили это. Когда сейчас мы стоим на земле, когда я зашел сюда, здесь была только вода. И здесь была утопия. А будущее Азербайджана, как, когда вы думаете о будущем, что вы видите? Я считаю, что Азербайджан сейчас очень так быстро шагает, быстро развивается. Развивается наша страна. Экономика каждый день поднимается, каждый день меняется наш город. Вы сами ходили, видели, как красиво у нас. Ну, я считаю, что люди здесь очень чувствуют себя счастливыми. Я, как гражданин Азербайджана, очень счастлив, потому что я живу в Азербайджане. Поэтому и здесь будут построить самый хороший, чистый, красивый, качественный город, чтобы люди потом не ругали меня. И
рядом 10 километров расстояния, я буду такой большой дом построить, когда люди будут легенды говорить про меня, они заедут на яхту и скажут, где он жил? Где скажешь, да, мой, жить? Два да? сыновья, у меня есть два сына, у них у каждого есть пятиэтажный дом. Спрашивают, кто он был, Хаджи, Хасан, Хусейн, чтобы первые вспоминали меня, я построю еще большой дом для себя. Чтобы они видели, что я главный, не Хасан, не Хусейн. Поэтому каждый мы должны вот это след оставить. Мы деньги не заберем, это имущество не заберем туда. Я считаю, что после я когда построю этот город, я точно 100% попаду в рай. Где наши стаканы? Сейчас я для коньяка сюда. Окей. Ну, вот нет, как через 10 лет у меня будет, не знаю, 5 миллиардов долларов. Ну, сейчас я имею 4 миллиарда. Я спокойно живу. Но я считаю, что не считаю, что у меня деньги есть, я богатый. Я нормально, как все. Я не считаю, что я богатый, нет, я выше всего, нет. У нас выше всего есть Аллах. А мы рабы, служим. Для вас я открыл хороший дом, азербайджанский коньяк. Это с выдержкой 50 лет. 50 лет? Да. Вау. Так. Добро пожаловать. До знакомства. Да. Просто так. De beveiligers van de miljardair begonnen al te klagen dat onze Bouganka olie stond te lekken op de oprijlaan. Ongeveer elke drie dagen bracht ons busje wel door in een of andere garage voor een of ander probleem. Maar het is wel een betrouwbaar busje. Hij heeft ons toch van de Zwarte Zee naar de Kaspische Zee gebracht. 38 dagen lang. Eén keertje hebben we een andere auto ingehaald. Maar volgens mij had die auto pech. Повернируй немножко. В какую сторону? Лево. Хватит. Вот чина сечем, чина. Чух ты дезем, пять чедер. Возле Эрменстана. Дарал лазимна. Мына сечем камеря, мэтэрсэн. Дёрсэн, мэн чух сэдэн, гэлэ мэн нөпшэр. Вы из Армении? Из... Нет. Нет. С Армении, да. Жил, родился там. А, Ереване. Джермук. Джермук. Такой вода есть там. Ага. Который, в Азербайджане есть бадамлы, сирап. И в Ереване есть такой джермук. С той стороны. А вы переехали в 90-х годах? В 88-м году. В 88-м году? А, в Бежнице. А, в 88-м году уже были... В 1988 году. Это из-за... Сбежали оттуда. Из-за конфликта уже начались, да? Да, конфликт уже. Ты мне пешил мухарбе долго. Меня машина задумала, да. Он да, ерменнер без хамза. Говорила, говорила, а кружина мышца. Он работает, а за таком. А вот это у шагом вар. Altışak sağıram. Bir tane de gördüğüm var ya. Yani ikinci başka bir yerden çarem yoktu. Yani bu eziyetimle dolanırım da. Evet, olmalı da. Aza bu было бы опасно, если мы дальше ехали так без... С такой рулевой колонкой? Да. Ну, мог в какой-то момент заесть. А. Есть была такая возможность. А так по городу очень много дорогих машин. И она так едет, и я мог бы кого-то ударить. Тогда... Аварий было бы. Да. Когда по плохой дороге едешь, ничего, можно. А на асфальте, еще она на трассе, когда едешь, она перед вот так играет. И как-то машина может перевернуться. Понятно. А моё, какая машина? Какая машина?
Çünkü военный машина bunlar. Her yere devamlıdır. А что он говорит? Он говорит, что это военная машина, она очень мощная и... Да, мощная. Советский джипит, да, бля, хаммер. Да. Очень мощный. Это, говорит, советский хаммер. Met al die olieinkomsten is er ook meer geld voor het leger van Azerbeidzjan. Het budget van het leger is de afgelopen 10 jaar vertwintigvoudigd. Op dit moment wordt elk jaar bijna 3 miljard euro uitgegeven aan wapens. Dat is net zoveel als de hele begroting van buurland Armenië. De twee landen zijn nog steeds in oorlog om het gebiedje Nagorno-Karabakh, dat op dit moment in handen is van de Armeniërs. Het lijkt een kwestie van tijd dat er een nieuwe oorlog komt. За зайцем стреляю. Это сосед говорит. Это парень спросил. Говорит, может, он, ствол там нормальный у тебя, там не забит, ничего. Да нет, я каждый день ружье чищу. Открыли, ну, сняли ствол, а там оказывается вот такой клочок бумаги. Угу. Ну, получается, или, ну, забился, выстрелил, а там бумага осталась. Одним словом, хохм было нормально, конечно. Ага. Чуть не убило. Хорошо, что с ней выстрелил. Не был бы этот бар, там не спросил бы, нам по-любому поубивало бы конкретно. Ну, слава богу, выручили. Ну, тогда, получается, ствол разрывается, и нормально. Ну, ущерб может быть нормальный, конечно. Нормально, Георгий. Сам, дальше будет, да? İyi bu kubarada. Tik durağını. He. Durağını attın. Otta ne de kubarada? Ola hazırdı ki. E sen ola neyse sen at şimdi. Var. Hı? Var. He. O, baba tat katı var. На кого вы обычно вы охотитесь? Ну, в основном на кекликов, там, не знаю, на зайцев. Что подвернется? В основном, а зайцев здесь уже, да? Очень много. Mm. Ночью Возьми. Только надо, чтобы с прожектором ходить, ага. Чтобы живыми их поймать. Угу. Что, будешь стрелять? Да, давай. Давай. Дергаешь? Так. Да. Целишься? Ага. И стреляешь. Сейчас это один пучок на точку. Это бзиды. Ворота мы сидим. Ага. Ворота. Чтобы открыто было. Вверх. А, окей. Okay. Да, да. Целься точнее. Не бойся. Там, в принципе, страшного okay. ничего нету. Раз, два. Ой! Чуть ниже давай, взял. Чуть ниже. Ниже. В Грузию попал. Да, далековато. А, вот смотри. Кем вы были на войне? На войне был обычным солдатом, еще точнее, снайпером. Mm. Как бы, ну, прошел курс и все такое. Ну, это же под самый конец войны. А это не сложно? Стреляет кто-нибудь, который видно через козырек? Ну да, конечно, тяжело. Но это же не заяц, не кеклик, не куропатка. Да. Человек. Ну, тяжело, да. Тяжело. Война, научиться это этому нельзя. Научиться это как бы в привычку входит. Mm. Как французы говорят, на войне, как на войне. Как мы говорим, алигер ком алигер. Что-то вот вроде этого. Mm. Заваруха как раз. Советский Союз начал уже распадаться и все такое. Mm. А вот с этого и началась вся заварушка. Mm. В
помощью российских властей. Ну, естественно, не без участия русских. А советский власть помогал армянские стороны? Естественно, конечно. Конечно, армянам она, в принципе, и сейчас помогает. Mm. Ну, сейчас, в принципе, вот крутые они не делают этого, а так чисто. Mm-hmm. Что, Азербайджан маленькое государство по сравнению с Россией. Mm-hmm. Оно же не сможет противостоять против такого гиганта, скажем так. Ну да, по-любому было, как бы оно... Да и гордость была, как бы свою родину защищаешь. А вы в Карабахе воевали или... Да, у нас у себя здесь... Где был, как фронт? У нас, ну, у себя на родине, в Карабахе, да. Ну, практически 4 года почти. Да? А вы можете представить, что когда-нибудь будет опять как... настоящий, как часть Азербайджана? Я уверен в этом. Да? С помощью Всевышнего это будет по-любому. Ну, как бы не надеяться на это, но как бы человек живет с надеждой. 100% будет. Не смогу сказать, когда, но будет. Надеюсь, в ближайшем будущем. Это и как бы, я бы даже так сказал, это мечта каждого азербайджанца. Olie is niet alleen goed voor je portemonnee, maar ook voor je lichaam. In het oosten van Azerbeidzjan, op de grens met Armenië, kan je in sanatoria een bad met ruwe olie nemen. Vroeger was het hier druk. Uit de hele Sovjet-Unie genoten arbeiders hier van hun gratis vakantie. Tegenwoordig zitten de meeste sanatoria vol met vluchtelingen uit Karabach. Nog maar een enkele is geopend. We moesten je niet... Процедур, нефтяне ванне. Процедура нафталанну ванну, вот так, люди приезжают, принимают 10 в нас нафталанну ванну. Ага. Курс лечения означает, значит, 10 в нас ванну. Некоторые больные принимают 10 в нас ванну, некоторые больные принимают 10 ванну. Ну, это считается курс лечения. Ванна температура принимает 38-37 температура. Как тело, да? Максимальную дозу, да, максимальную дозу, значит, 10 минут. А вот по назначению лечащего врача принимают. Некоторые больные принимают в виде лежа, в виде сидящего, это в виде смазывания принимают. Помогают некоторые болезни. Кожные болезни, псориоз, экзема, нейродермит. Все связано с кожей, да? Да, да, чаще, да, кожа. Как себя чувствуете? Прекрасно. Очень. Да. А сколько ванна принимали? Уже принимала 6 ванн, но она еще 4. 10 ванн обязательно. Очень приятно. А вы сами откуда? Я из Грузии. Из Грузии? Да. Родилась в России? Или... Нет, родилась в Грузии, но только в русской школе училась. Угу. А вы здесь чаще бываете? Я уже 10 лет. Да, 10 лет. Здесь врачи, врач у них. Значит, если лечили, если не помогло, она не приехала. Да, да. А чем вообще полезно нефтяное ванье? Чем именно полезно? Как это все это? А, да, это через кожу, сасовые капилляры. А в капилляры входят, значит, артериальные артерии, да? И циркуляция весь, значит, мозговые сосуды идет, и так действует через кровь. В кровь? Через кровь, да. А, но это не вредно, что нет, как нет, нефть? Нет, наоборот, это так помогает нафталам. Да. Может быть, я тоже попробую. Ну, вот приходите. Здесь меряют давление перед тем, как лечь сюда. Ну, сейчас у меня как этот... Суставы болят, да? Да, вот этот болит сейчас. Может быть, у вас артроз или, может, ревматизм, поэтому это наш профиль поможет. Thank you.
Сажусь? Давай, заходи. Садись. Так, я вам сказала. Нафталан – это уникальный вид лечения. Так, положите руки вот так. Окунайте ее, это как горячий шоколад. Да, точно. Нафталан – единственный в мире лечебный фактор, который не стерилизуется. Не дезинфицируется ванна после нафталана. Почему? Потому что нафталан имеет и бактериостатические, и бактерицидные действия. Он уничтожает почти все. И надолго будет в крови? Или как долго нефть около, останется? Если вы будете, вот если вы примете полный курс лечения, да, то нафталан в крови циркулирует около месяца-полтора. Потому что после приема курса он еще действует на кровь. Встаю сейчас? Да, вы встанете. Окей. Хорошо? Угу. Это что, вы каждый день делаете, да? Фуд, бизондер. Een warm bad is als een tweede moeder, zeggen de Russen. Daar zouden ze wel eens gelijk in kunnen hebben. Het is een mooie afsluiting van onze reis door de Caucasus. Van de Zwarte naar de Kaspische Zee. Thanks for watching the video. If you like this, don't forget to check out the other channels of VPRO. And of course, don't forget to subscribe.